Всем привет, с вами Дон Балон. На прошлой неделе было так много новинок, что просто не терпится вам о них рассказать. Погнали! Начнем сегодня с латексных шаров, ведь на склад поступило сразу 4 новых дизайна. Во-первых, шары торговой марки Дон Балон. Первый дизайн создан нашими художниками по мотивам русских народных сказок, а второй подготовлен специально к Хэллоуину. В нем использована флуоресцентная краска, поэтому при ультрафиолетовом освещении шары будут круто смотреться в темноте. Еще две новинки были напечатаны на белых шарах торговой марки «Волна веселья» и точно зайдут любителям хоккея и автомобилей. Агура продолжает расширять цветовую палитру и представила 3 новых осенних оттенка. Сердца 18 дюймов в оригинальных цветах. Фисташка, абрикос и лимон отлично подойдут для оформления практически любого события. А еще российский производитель порадовал 3 новыми фигурами облаков. 2 из них отлично подойдут для гендер-пати, а 3 по любому поводу. Помнится, вы просили нас показать больше фигур на Хэллоуин от Фалали, и мы, конечно, не можем вам отказать. Сочные красочные круги, фигуры летающие и на подставке. До события осталось всего 2 месяца. Не упустите возможность приобрести все необходимое, пока оно есть в наличии. Абсолютная новинка в нашем ассортименте – светодиодные гирлянды и гирлянды-занавесы. Мы привезли различные варианты для Нового года. Цветные – со снежинками, звездами и шариками. Различной длины – 1, 2, 3, 5, 10 и 20 метров. Благодаря нашим гирляндам вы сможете создать сказочный интерьер в преддверии праздника. Продолжая говорить о декоре, хочется отметить, что в нашем ассортименте появились новые наклейки. Они прекрасно подходят для нанесения на стены, стекла и коробки, так что вариантов оформления у вас будет очень много. Осталось лишь подключить фантазию. И последнее на сегодня – это пополнение декоративных ленточек. В новой коллекции представлено большое количество прекрасных цветов. Словами не описать, взгляните сами. И это все новости на сегодня. Не забудьте поддержать наш выпуск лайком и комментарием. Желаем вам хорошей рабочей недели и до скорой встречи!